Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И я сейчас бы хотел рассказать о тех вещах, которые произошли на нашем сайте, на нашем сервисе. Произошло небольшое изменение дизайна. В частности, обновилась шапка ЛПФО. На мой взгляд, она стала более интересной. Далее у нас появилось в разделе 7.0 новое юридическое лицо, новый наш контрагент. Сейчас их 5. Мы проводим работу с 5 организациями по дистанционным через интернет психофизиологическим обследованиям. В разделе «Информация» добавились некоторые материалы. В частности, в методологиях и публикациях появился очень интересный документ, посвященный шизофрении, и еще один документ психопатиям посвященный. Очень интересные материалы, заходите, скачивайте, очень много полезного. Об этих материалах, вновь появившихся в этом разделе, будут и видео, обязательно в ближайшее время. Долго я не снимал видео, но вот решил все-таки вернуться к этому делу. Соответственно, кроме того, появился раздел номер 8. Так вот он выглядит. Наши контрагенты, наши лица, которые с нами заключили договор о дистантном психофизиологическом обследовании, могут теперь отправлять результаты обследования не только нам по почте, по электронной почте, но и через форму сайта. Пока эта ситуация, значит, мало задействована, но я думаю, что в будущем это будет все-таки более удобной формой передачи результатов ПФО. Вот такие вот некоторые изменения произошли на сайте. Изменился несколько дизайн, стал более таким простым. Зачем делать что-то сложное? Делаем что-то простое, эффективное, надежное. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!